Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и мы с вами вновь оказались на планете, которая полностью покрыта водой. Игра называется Subnautica, и сегодня мы отправимся исследовать этот огромный корабль Аврора. Ну а если вам понравится видос, или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. Ну а я, в принципе, к путешествию уже готов. Все ненужное переложил в дополнительные ящики, вы просто посмотрите на это безобразие. Я не знаю, как можно более грамотно систематизировать все, но это просто, конечно, ужас. Ужас! Нам нужны помещения и шкафы. Что ж, поплыли. О, стоп. Хочу кое-что посмотреть. Мне говорили, что по радио могут говорить разные полезные штуки. Я про него забывал, честно говоря. Говорит Эвери Куин с торгового корабля «Солнечный луч». Аврора, вы нас слышите? Прием. Один только вакуум. Ох уж эти корабли Альтеры. У них заканчивается смазка в двигателе. Они шлют сигнал СОС. Предлагаешь им помочь, а они не отвечают. Ну, да, мы все разбились. Аврора, я на дальнем конце системы. Потребуется больше недели, чтобы добраться до вас. Вам все еще нужна наша помощь? Прием. Попробую еще раз завтра. Чертов устав заставляет нас прожигать наши кредиты, бегая на побегушках у Альтеры. Я думал, тем временем посмотрим, что поймают сканеры дальнего действия. Похоже, ничего не поймают. Но ладно, давайте отправляться к Авроре. И пока мы туда плывем, друзья, я хочу с вами обсудить тему. Я в комментариях отвечал на этот вопрос, но думаю, лучше ответить в видео, чтобы все слышали. Почему видео по Subnautica, например, выходят редко? Дело в том, что для развития канала нужно, чтобы ролики набирали больше просмотров и показывали себя вообще хорошо, да? Но это логично. Вот, и поэтому я не вижу продолжать снимать видео по игре, если ролик по прошлый по ней, ну, практически никто не посмотрел. Это плохо сказывается на статистике самого канала, на канале. Да, это бывает неприятно, но для того, чтобы все было на плаву, приходится иногда идти на такие жертвы. Поэтому Subnautica будет выходить тогда, когда ролик наберет 1040-50 просмотров, и тогда будет выходить продолжение. Думаю, теперь всем, ну, будет известна эта информация, и будет меньше вопросов. Друзья, Subnautica классная, мне игра нравится, но есть и другие игры. Я постоянно нахожусь в поисках, да, стараюсь найти что-то интересное. Бывает, ты найдешь какую-нибудь классную игру, начнешь ее записывать и думаешь, да, вот игра классная, а люди такие, а мы даже не будем смотреть. То есть даже бывает не кликают по видосу, и просто из-за неудачной превьюшки. Поэтому иногда приходится и превьюшку менять. В общем, друзья, YouTube это сложно, бывает, и непонятно. Так, мы добрались до Авроры. Ну, или ролик, допустим, интересный, ну, игра. А люди его закрывают практически сразу, не увидя самое интересное. Тоже странно бывает. Чё тут так темно? Вот чё мне жутко. Мне жутко темно. Нужно искать вход на Аврору. А еще мне сказали, что чертежи для... Блин, вообще ничего не видно. Для жилого отсека будут лежать где-то на острове, находящемся рядом с самим кораблем. Честно говоря, острова я нигде в окрестностях не вижу. И, наверное, стоило подождать наступление утра, чтобы сюда плыть. Ну ладно, здесь какие-то обломки имеются. Предлагаю их просканировать. А, это металлолом, конечно. Металлолом я пока брать не буду. К сожалению, слишком мало места. Постараемся найти вещи получше. Металлолом, который мы выкинули, похоже. Так, смотрите-ка, вот это уже что-то интересное, что-то наверняка полезное. Это у нас ящик с припасами, а в нем аптечка. Это тоже здорово. Так, это что такое? Фрагмент двигателя циклопа. Так. Циклоп, вот это офигенно! Если бы получилось построить субмарину... Было бы супер классно. Наверняка на ней можно будет перевозить ресурсы и пополнять кислород. Да, я уже об этом мечтаю. И пока я мечтал, утро наступило. Можно проплыть вокруг Авроры и посмотреть, где же здесь все-таки может быть вход. Через двигатели? Сильно сомневаюсь. Так, смотрите, над ней еще что-то лежит. Это тоже кусок чего-то. А это металлолом. Да ладно вам. Может, снизу? Черт, кислорода нет, надо бы всплыть. Опасно. Еще вот это мы посканируем. Там тоже кусочек, наверное, той субмарины.
Давай, всплывай. Надо использовать, наверное, все-таки глайдер. Полезная вещь. Можно было бы ее оставить дома, чтобы сэкономить пространство. Но слишком уж полезная, слишком крутая. Так, это что, ящик опять? А-а-а, что это? Какого черта? Это кто так? Да ладно, мужик. Или не мужик? Фрагмент двигателя циклопа. Фрагмент двигателя циклопа. И циклоп можно будет построить. Ну, знаете, уже не зря, блин, он страшный. Он гигантский. Я даже не могу оценить его габариты, просто потому что он далеко. И надеюсь, ближе он не подплывет. Так, ладно, используем глайдер, попробуем... Ага, здесь тупик, нельзя. Я думал, здесь тоннель будет или что-то типа того. Ладно. Может быть, это была плохая идея вообще отправиться исследовать Аврору. Как-то если бы наверх можно было бы запрыгнуть. Ладно, продолжаем. Погружение. Вода здесь очень мутная. Видимо, из-за радиации. А может быть, как раз-таки выплеск радиации и заставил мутировать рыбу? Сигналы форм жизни в данном регионе редки. Радиоактивные осадки могут иметь глубинное воздействие. О, что-то полезное. А это фрагмент мостика циклопа. Подожди. Подожди, а получается, циклоп будет состоять из нескольких фрагментов. То есть мы, наверное, сначала построим только корпус. Потом внутреннее убранство и так далее. Металлолом. Вот еще фрагмент какой-то, но похож на двигатель. Пройдена отметка в 100 метров. Даже если мы не получим... Да, только ресурсы. Жесть, мне страшно тут обитать. Вон еще фрагмент мостика циклопа. Давайте просканируем. Понятия не имею, где вход в Аврору. Даже не понимаю, как ориентироваться. Но зато аптечек дофига. Что это? Энергоячейка. Классная вещь, потому что энергия имеет свойство заканчиваться. Так, пора бы всплывать. Кислорода маловато. Чем глубже опускаешься, тем сильнее расходуется кислород. Черт! Черт, это, оказывается, крышка Авроры была. Можно было бы в нее упереться, и все. Конец. Она трясется, она ведь не взорвется, пока я тут ползаю, бегаю, плаваю. Она же уже взрывалась просто. Не, ну это, конечно, дух, все захватывает, но слишком страшно. Смотрите, какая-то крышка. Фрагмент мостика циклопа. Ну, чертеж мостика циклопа готов. Здорово. Продолжаем плавать вокруг Авроры. Что-то искать, что-то находить. Места еще очень много. Я специально его освободил, чтобы собрать как можно больше ресурсов. Ну, не сказать, что ресурсов здесь прям дофига, именно каких-то необычных. Металлолом один сплошной. Ну, буду знать, где искать металлолом в большом количестве для производства титана. Так, поплыли сюда. Что у нас там? Бутылка с водой. Вот эти рыбы называются сталкеры, мне сказали. Прикольно. Иди своей дорогой, сталкер! Ой, еще один. Я всплываю. Самый главный вопрос, который меня интересует сейчас, вход в Аврору, он скрыт под водой? Или над водой? А еще энергия у глайдера имеет свойство заканчиваться, тоже неприятно. Ее трясет, блин, колбасит. О, а вон остров какой-то. Ну это скорее коралловый риф, который просто торчит наружу. Если оно бабахнет, и я просто умру. О, сохранение. Можно сохраняться не только на базе. Это хорошо. Если я умру и потеряю все штуки, которые мы нашли, это будет супер обидно. О! Мокрица! И кто-то рычит! Нет, 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 не рычи!
Жесть, он явно недоволен, что я тут бегаю, ползаю, летаю, плаваю. Я тоже недоволен, что он здесь бегает, ползает, летает, плавает. Вообще-то. Фрагмент пульсируй пропульсионной пушки. Если с помощью нее можно будет отпугивать рыб, даже не обязательно их убивать. Хотя бы просто отпугивать, мне уже этого было бы достаточно. На самом-то деле. Так, вон туда нужно будет спуститься, там большие обломки. Но входа пока нигде нет, это огромные двигатели. Короче, будем искать вход в Аврору на носу корабля. А, металлолом. Постоянно путаю металлолом с какими-нибудь объектами. Спускаемся. Правда, сталкер тут... Ой, не-не-не. Давай-ка, дружище. Я не буду все-таки к тебе спускаться. Так, по радио сигнал новый пришел. Нужно будет вернуться домой и посмотреть, что это за сигнал. Что там хотят нам рассказать. Синтезирован новый чертеж. А до этого разве не было этого? Видимо, нет. Так-с. Спускаться туда, не спускаться слишком глубоко. А вот, сталкер, походу, уплыл, и можно все же опуститься. Но ничего, кроме металлолома, здесь и не найдем мы, да? Нифига. Это что такое? Что-то полезное. Энергопередатчик. Не-не-не. Пройденная отметка в 100 метров, это не очень хорошо. Так-с, вот это надо будет отсканировать. Давай, там обязательно что-то внутри есть. Опять пропульсионная пушка. Что это вообще за пропульсионная пушка? Где она? Инструменты, устройства. Циклоп, не хватает еще фрагмента. Так, пропульсионная пушка. Где она вообще? Я что-то ее пропустил. Вот она. Помещает объекты в гравитационное поле, чтобы притягивать и отталкивать их. Короче, гравипушка. Пропульсионная. Назовут же, блин. Так, а вот и обломки. Неужто это тот остров, о котором мне рассказывали? Ча, золотишко. Не слабо. Металлолом. 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 Возможно, придется возвращаться. Че это? А, я думал, это под этим, под песком кто-то ползет. А это тень, наверное, от птицы. Хотя вряд ли можно назвать существа, существ, которые тут летают, птицами. Это скорее какие-то летающие скаты внешне. Короче, нужно будет вернуться туда и поискать еще фрагменты субмарины. Как она правильно называется? Что-то я субмарина ее называю. Циклоп. Медная руда. Вот руды мне нужны. В принципе, их-то дефицит действительно имеется. Есть что внутри? Да, чертова пропульсионная пушка. Что там по ресурсам? Места еще дофига. Ладно, была не была, ныряем. А вот это забираем. Так. Надо было посканировать, наверное, того гиганта. Есть что? Ну, только металлолом. Надо было посканировать как-нибудь того гиганта. Да опять пропульсионная пушка. Что это за существо такое? Любящая радиацию. И на этой стороне, на обратной стороне Авроры, что-то нет совсем обломков циклопа. На носу Авроры можно... Блин, вода еще заканчивается. Давайте-ка обеззараженной воды выпьем. На носу Авроры, точнее под носом Авроры, можно будет поискать чертежи циклопа. Ну или опять же сплавать туда-обратно. Так, смотрите-ка, вот это что-то супер крутое. Огромный кусок какого-то ресурса, свинца. Ах, взять бы. Вот было бы прям хорошо. Свинец тоже довольно редкий минерал в этой игре. Поплыли. Так. Так.
должны сегодня полностью корабль... Опа, если нос разбит, я не знал, что он разрушен, то через носовую часть как раз-таки можно будет зайти на корабль. Корпус-то поврежден. Да, я думаю, что это именно то место, которое мы искали с вами. Ну как, я искал. Не знаю, вы, наверное, знали и так. А я не знал. И... Ну, ее просто дико разворотило. Да, это отсеки, в которых раньше кипела жизнь, бегали люди, был экипаж и персонал. Ну а теперь... Фиг его знает. Но мы внутри Авроры, можно сказать. И тут нет вообще ничего. Ни дверей, ни проходов, ни входов. Нифига. А, вот тут ее еще больше раскурочило. Может, туда спуститься? Не, ну там уже днище видно. Да, да. Пройдена отметка. Но тут нифига нет, все равно. Ну, не знаю. Так, давайте поднимемся. Энергии становится все меньше и меньше. В общем, все самое интересное в хвостовой части, где разрушен двигатель. Здесь, ну, просто вообще ничего нет. Опа. А, это просто искры от проводки. Можно посканировать? Боюсь, что меня убьет. Так, это не сканер, вот сканер. Нет, сканировать нельзя. Так, опять эта фигня плавает там. Ну, что, я застрял? Не могу пролезть? Да ужас. Тихо. Тихо. Я по-быстрому тут раз. Раз. Аккуратно, не привлекая внимания. На целый километр отплыли, блин, от нашей базы. Это довольно серьезное расстояние. Не думал, что заберемся так далеко. Ну тут, ну, нифига нет. Да, металлолом кусками лежит, но... Привлекательного. А, стоп! Стоп! Чё-то я заплавался. И кислород чуть не закончился. Ух. Ух. Хорошо. Чёртовы мокрицы. Вы что-то охраняете здесь или нет? Я посмотрю в наглую. Репульсионная пушка только и все. Ну, черт возьми, я не знаю, что тут еще можно исследовать. Одинаковые куски металлолома, которые, в принципе, оба. Какая-то необычная рыба. Взять. Лопаточник. Вот, и... И все. Металлолом, бесконечный металлолом, мокрицы. И 10 тысяч репульсионных пушек. Весь экипаж был вооружен репульсионными пушками. Пропульсионными. Какая, интересно, задача была у этого корабля? Куда он летел? Зачем ему столько пропульсионных пушек? Где просто пушки? Просто пушку можно мне? Гарпун хотя бы какой-то. Чтобы просто показать рыбе, что я тоже серьезно настроен. У меня тоже есть клыки, которыми можно кусаться. Ну вот и ночка. Радует глайдер еще тем, что есть фонарик у него. Это супер круто, это супер полезно.
Так, вот тут уже может быть что-то интересное. Больше объектов появляется. Опять же, сталкер жрет металл, ну кушай. Приятного аппетита, главное не кушай меня. Да уж. Шутку не оценил я с пропульсионными пушками. Но... Хорошо, тогда нам нужны части циклопа. Раз другого найти мы не смогли. Ничего. Облазив весь корабль по периметру. Может тут? В расщелине что-то будет? Не, в пещеры я пока не готов забираться. И здоровья у меня немного, и энергия заканчивается у глайдера. Фонарик тоже так себе светит под водой. Гораздо хуже, чем глайдер. В общем, нужно будет сплавать сюда еще, подзарядившись. Надеюсь, глайдер не придется крафтить заново. Да блин, я даже не вижу, я думал, это вода. Не придется крафтить заново, а просто его можно будет на базе зарядить. Это было бы здорово. Не-не-не, что-то далеко забрался. Я сейчас нифига не всплыву с такими темпами. Кромешная тьма. Не вижу дальше вытянутого пальца. Хотя можно было бы еще немного поплавать. А все, глайдер. Заменить источник питания. У нас есть батареи. Ха! Офигеть, я не знал, что это так работает. А оказывается, работает. Где я? Что я? Я не понимаю, где я вообще нахожусь. Только что ж тут была дыра. Я в ней плавал. А ее уже нет. Всплывай! Ищи! Хоть что-нибудь! Мы уже отплыли от Авроры, я так понимаю. Да, ищем куски циклопа. А нет, это все еще Аврора. Полная дезориентация в пространстве. Батарея. Кстати, фонарик неплохо светит. На самом-то деле. Что-то раньше он похуже светил. Смотрите, а что это там? А, мы под Авророй все это время, блин. Мы все это время были под Авророй. Или нет? Жесть. Хочу мощный фонарик, который будет половину морского дна освещать. Но потому что это безобразие. Ну куда это годится? Ну ничего, скоро утро. Скоро утро. О, похоже, это гигантская детитка где-то плавает. Что здесь? Аптечка. Нужно... Меня кто-то толкнул! Меня кто-то толкнул! Это было оно? Что ему надо от меня? Я же даже не трогаю его. Да и еда из меня получится так себе. Вряд ли я очень вкусный. Я стопудово горький, костлявый и вообще не очень. Я уже водяные пузыри воспринимаю за эту рыбину. О, вроде светлеть начинает. Подожди, мы ж... Это кусок Авроры? Так, пора, короче, плыть обратно. Я думаю, это... Плавание... Опа, вот это полезно. Это кусок циклопа. Но это фрагмент двигателя. А у нас он уже был.
Фрагмент двигателя, к сожалению, у нас был. Тут батарея, вода, инвентарь полон. Но ничего страшного. Опять фрагмент двигателя. Нам, наверное, нужен фрагмент корпуса или что-то в этом духе. Не знаю, кучу набрали фрагмент штурвала. Кучу титана, кучу ресурсов, но по сути-то... Фрагмент мостика, фрагмент двигателя, фрагмент мостика у нас есть. Значит, нужен какой-то другой фрагмент чего-то. Не будем рисковать. Сделаем еще одно погружение, и я думаю, можно убираться отсюда. Плыть уже в сторону базы. Раскладывать ресурсы. Обдумывать увиденное. Что? Оно выпрыгнуло из воды! Куда? Зачем? Плыть. А зачем выпрыгивать-то? Нет! Нет, пожалуйста, не кушай меня, ради бога, пожалуйста. Я не хочу, чтобы ты меня скушало. Я просто уплываю отсюда, все. Я понял свою ошибку. Ты не раду мне, существо. Ладно, я обманул тебя. Но я все равно уплываю, так и быть. Ты вынудила меня. Я не нашел искомого, так что пофиг. Давайте будем по дороге домой тоже время от времени дно исследовать. Может, радиопередача, которая поступила на наш терминал, как-то... Опа, вот это полезно. Как-то позволит ускорить строительство циклопа. Это что у нас? Фрагмент комнаты! Наконец-то! Как же я это искал? Фрагмент биореактора. Пополнение запаса жидкости, это хорошо. А где еще фрагменты комнаты? Блин, был бы у меня передатчик, я бы его тут установил. По-моему, потемнело? Только что же было... Погоди, только что же светло было. Это, наверное, вот эта фигня закрывает с собой солнце. Левиафан этот морской. Пустота. Не, ну тут такого больше ничего и нет. Ну примерно я помню, где находится. Получается, если смотреть на корабль справа от него. Понятненько. Ну ладно, друзья, давайте пока с вами на этом остановимся. Может быть, где-то поблизости тут я еще что-то не увидел, что-то пропустил. Если вы знаете, поделитесь этим в комментах, пожалуйста. Я старался видеть, старался находить. Разумеется, что-то мог спутать с металлоломом и просто пропустить, к сожалению. Ну и до новых встреч, удачи, пока. Счастья вам, друзья. Покедова.